Профилактическое мероприятие прошло на одной из трасс, которую чаще всего выбирают водители большегрузного транспорта. Во время рейда инспекторы раздавали информационные листовки, проводили беседы с водителями на разные темы. О запрете вождения автомобиля с техническими неисправностями, превышении скорости, загрязнении проезжей части и перевозке сыпучих грузов без тента. Было остановлено большое количество большегрузного транспорта, выявлен ряд нарушителей, перевозящих груз неправильно, в том числе и не пристегивающихся ремнем безопасности. В результате профилактического рейда нарушителям правил дорожного движения было выписано несколько административных штрафов. Был составлен ряд административных материалов, как то тахографы, неправильная перевозка грузов, возят песок, его не накрывают, и неправильно используют ремни безопасности. Такие рейды сотрудники ГИБДД проводят регулярно. Мероприятия нацелены на повышение безопасности дорожного движения при перевозке крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов, предупреждение и пресечение нарушений. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.